Здравствуйте. Меня зовут Ирина Богатырева. Мы находимся в магазине «Тамузыка», и сегодня я, как всегда, рассказываю вам о новых варганах, которые поступили к нам на продажу. У меня в руках варган, который с первого взгляда можно признать за якутский хамус. Действительно, он очень похож и по форме, и по тому, как он сделан, и когда вы сейчас услышите звук, даже по звуку. Но, тем не менее, это не якутский хамус, это кованый варган Сергея Литвинова. Наверняка те, кто следят вообще за варганами, помнят варганы этого мастера. Они всегда отличались своеобразной формой, у него были иногда такие странные хвостики. Сейчас все это отвалилось, и остался вот такой варган, как он есть, да, в своей такой идеальной первоначальной форме. Что можно сказать об этом инструменте? Он очень качественно сделан. У него практически нет, значит, зазоров, в том смысле, что они очень маленькие. У него небольшая заточка, но тем не менее она присутствует. Колено в правильном положении относительно дек и закручен язычок на конце. Это помогает играть двусторонним боем, если вы хотите это применять. Ну, либо если просто удар пальцем, то это тоже очень удобно. Инструменты, которые у нас сейчас есть на продаже, они все низкие, достаточно низкого строя. Но надо сказать, что здесь так все хорошо сбалансировано, что это такой очень приятный низкий бархатный звук, который вот вы можете легко модулировать. Он, в принципе, отзывчивый и обладает хорошими такими долгим эхом, да, долгим откликом. Но я сейчас поиграю, вы все это услышите. Ну вот такой инструмент, я уверена, что он найдет своих фанатов. Заходите к нам в магазин, и всего вам доброго!